Приветствую вас. Исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод о том, что у вас есть общая неудовлетворенность своей жизнью, в том числе личной жизнью, в том числе, возможно, даже сексуальной жизнью. Неудовлетворенность у вас имеется, и она, ну, если недостаточно сильная, то как минимум, в общем-то, ощутимая вами и, в общем-то, уже вносящая определенные коррективы в вашу, значит, хотя бы вот жизнь подсознательную, да, то есть там, где вы чувствуете, где вы видите сновидение. То есть первая рекомендация вам будет именно такая: пересмотреть свою личную жизнь и, значит, интимную жизнь, возможно, для того, чтобы лучше ее оптимизировать. Чтобы лучше ее оптимизировать, дабы она, ну, доставляла бы вам больше, например, удовольствия, больше наслаждения, да, и так далее, так далее. То есть вот это важный момент, о котором я считаю необходимо вам сказать. Потому что, ну, как я уже сказал, то, что вот вы описываете, это, к сожалению, вот такой, ну, довольно тревожный знак, тревожный звоночек. И вам, если вы ничего не будете делать, то ситуация может просто-напросто усугубляться в дальнейшем. Вот. Далее, значит, надо сказать, что сон — это отражение того, чего, что вы хотели бы. Сон — это отражение тех моментов, которые вам хотелось бы реализовать, но который вы по той или иной причине не можете, например, реализовать, да, то есть, допустим, скажем, вот поведение, когда вы пытаетесь отвлечь, например, батюшку от, ну, скажем так, от того, что он делает, допустим, это попытка привлечь к себе внимание. И уже этот факт, вот тот факт, что вы пытаетесь привлечь к себе внимание, ну, говорит о определенных вещах. Он может говорить о том, что вы, например, допустим, недостаточно уверены в себе, что вы сомневаетесь в себе в каких-то, ну, вещах, в каких-то моментах вы можете сомневаться и так далее. То есть вот это то, что вытекает из вашего сна. Однозначно, я могу сказать, что и крупный рогатый скот, и длинная палка, который бьет вас батюшка, все это имеет определенный смысл, имеет определенное значение, но мне бы не хотелось вам говорить об этом вот так публично. Я думаю, что символику снов лучше раскрывать все же через приватные беседы, через личный чат. Поэтому если у вас будет
желание узнать, что ваш фонд значит, то я полагаю, что вам нужно обратиться ко мне, например, в личное сообщение. Ну, опять же, не для того, чтобы обязательно консультироваться, да, то есть я вас не пытаюсь сейчас как-то вот направить именно к себе, да, и сказать, чтобы вот вы, мол, давайте работайте, допустим, со мной. Нет, я так не хочу. Просто мне бы хотелось, чтобы вы постарались вот эту вот вещь понять, да, это очень важная вещь, что вы нуждаетесь в правильном толковании своего сновидения, а для этого нужно с ним разобраться, для этого нужно больше информации о вас, понимаете, и эту информацию можно получить только через личное общение с вами, приватно. Потому что я, опять же, не думаю, что вы хотели бы, чтобы кто-то прочитал или прослушал именно ваш сон. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы или что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.